Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Tarantass News, и сейчас расскажу вам об опасениях Sollers по поводу приостановки производства. Группа Sollers, объединяющая УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers, может приостановить работу заводов из-за резкого уменьшения спроса на свои автомобили в России. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом поток клиентов в автосалоны Москвы и Петербурга снизился аж на 40%. Аналогичное снижение может случиться и в остальных регионах страны. Об этом заявил РБК представитель группы. По словам источника, резкое падение спроса на новые автомобили со стороны физических лиц из-за ситуации с коронавирусом может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства. Буквально сегодня мы сообщали уже, что еще один производитель в России, а именно Volkswagen, принял решение временно прекратить работу предприятий, расположенных в Калуге и Нижнем Новгороде. Причиной стала нехватка комплектующих, поставляемых с заводов Европы. Простой заводов продлится почти 2 недели, с 30 марта по 10 апреля нынешнего года. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantass.news. Пока!